Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить The Forest. Итак, в принципе, какая у нас задача сейчас? Наша задача сейчас, не знаю, может, можно как-то эту фиговину? Нет, к сожалению, никак ее не поймешь. О, а вот каннибал мы попробуем пустить сейчас на мясо. Ну, ну, пожалуйста, ну, пускайся на мясо, ну, собака такая гнида, ну иди ты в попу. А у нас тут были ящики же ведь. Как? И... Вот сволочи. Вы только подумайте, их вс... Каннибалы пришли, эти ящики побрали. Даже акула сгнила тут от скуки. Да, жестоко. Жестоко с акулой обошлись. Хоть что-то... Да, что-то оставили, слушайте. Щедрость. Щедрость неимоверная. Окей. Это уже вскрыто было. Ну все, по-моему, дальше тут все открыто уже достаточно. Так. Я предлагаю пойти сейчас вдоль пляжа. Или... Или же... Или же... Немножечко поохотиться. Потому что нам сейчас нужна живность, чтобы нормально покушать. Мы давно не ели правильную пищу. Давно, очень. И домик, да, домик нам показан, где находится, что не может не радовать. Поэтому надеемся встретить какую-нибудь игуану там. Или еще что. И я еще раз вас прошу, отпишитесь, пожалуйста, по поводу того, как сохраняться в игре. Потому что я вроде как бы жму сохранить, но она не сохраняется. А что это такое поле тут? Поляна такая нехилая, я бы сказал. Вот, варан или ягуана, как тебе там, пофигу. И... А, да, все отлично. Тут где-то пещера есть, я ее слышу. Вы, наверное, тоже, да? Прислушайтесь. Вот так-то. Опа-на. Опа-на. Угу. Значит, тут кто-то уже жил. Причем весьма успешно. Так, вас можно разрубить на несколько частей, товарищи? Можно. Отлично. Так, давайте мы все сейчас понаберем, чтобы можно было потом построить тотем из этих тварей. Так. Будем с топором ходить. О, фаер. Тут вообще тут много чего лежит, валяется. Ну, это уже сгнившие, по-моему, тела. Их уже вообще бесполезно трогать. Хм. Тут, по-моему, еще где-то одно лежало, нет? А, голова. Голова. Ты откуда и куда? Отлично. Сколько у нас там уже? Одна голова. Она... Короче, всего у нас понемножку. Как бы... Еще одна голова. Или их нельзя много брать, этих голов. Оказывается, ходить-то тут полезно. Полезно, однако. И мы уже поняли, что... В этом месте были и другие выжившие. Вот. Только, конечно же, их участи. А тебя что, нельзя разрубить? Нельзя. Их участи, конечно, завидовать не нужно. Абсолютно. Незавидная участь у них. Однако ж. Ну и ладно. Вон они там бегают вовсю. Чувствую, придется меня отсюда спаливать в торопях. Давайте быстренько съедим. Так. Наш товарищ пить не хочет. Давайте мы по-быстренькому тут все взломаем. О, фонарик. Супер. Фонарик, по-моему, здесь батарейка бесконечная. То есть, круто достаточно.
Кролик. Отлично. Теперь будет что нормально поесть. Так. Мы все тут вскрыли? Судя по всему, да. Вот голову катается, все, шарики прыгают. Ужас. Ужас. Ничего не скажешь. А рыбку? Рыбку тут можно как-то поймать? Судя по всему, не особенно-то. Не особенно-то и можно. Ладно, мы будем тогда возвращаться сейчас домой. Конечно, печально, что трава вот так прорисовывается по ходу прям. Но это ладно. Ну, как же круто сделали то, что есть лагеря других выживших. То есть можно их искать. Прошу прощения. Всегда есть цель. Да. Оригинально, ничего не скажешь. Очень оригинально. Жалко только, что тотемы нельзя своровать. Нужно свои ставить обязательно. Увы. И как я понял, в этой игре трупы гниют. Все-таки, да. То есть долго передерживать нельзя. Если хотим, допустим, тотем какой-то поставить, более-менее полезный, то... По-моему, этой штуки раньше здесь не было. То есть, как бы, каннибалы решили оставить свой след, да? Нет. Нет, ничего с ним нельзя сделать. Печально. Печально. Так, книга выживания. Вот маленький тотем поставить, допустим. Вот, вот так, вот здесь. Пам. Вот, неплохо, слушайте. Еще нам нужно две головы. Предлагаю все-таки сходить обратно. Потому что там как-никак у нас голова лежала. И даже не одна, они там катаются. То есть у них там как бы веселье. Так. Выпей водички, я сказал. Больше ничего не надо. И у нас есть хороший фонарик, что не может не радовать. Так, ты закрыта. Как я мог пропустить? Или они как-то тут восстанавливаются по какой-то системе? Честно говоря, я так и не понял. Но мне было в любом случае нетрудно открыть эти багажи. По-любому пригодилось. Что правда, то правда. Так, и вон каннибал вовсю гуляет уже. Так, а за нами они пойдут, интересно, если мы сейчас сиганем сюда. О, что за... О, голова. Вот, я понял, где надо искать голову. Они тут. Отлично. Слушайте, а может быть, тут еще можно голову найти? Было бы круто. Нам еще главное выбраться бы отсюда. Они там по деревьям прыгают вообще. Сумасшедшие. Сумасшедшие твари. Так, нам нужна еще одна голова, и можно отсюда с чистой совестью сваливать. Так. Где-то она тут. Где-то она тут была. Давайте мы. Нельзя, да? Ну, голова, ну, пожалуйста. Еще одна всего лишь. Вот, 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 вот. Отлично. Все. Теперь вот мы уходим отсюда. На этот раз. На пляж. По-быстрому. Так, главное, чтобы нас не успели до... Твою мать! Вы чё?
идите в пень. Я вас буду отпугивать, как только могу. Покуда у меня хватает возможностей. Идите вы в пень. Идите вы в пень. Все? Все, довольны? Валите отсюда. Отлично. Так, давайте мы ягуану что-то пожарим. Нормально, сейчас у нас костерчик загорится как положено. Интересно, а долго будет гореть эта штука? Даже не знаю. Надеюсь, что долго. А ящички, они восстанавливаются? Нет, похоже, ящички не восстанавливаются. Что не может не радовать. Я думаю, скоро ягуана-то будет готова. Уже можно будет нормально покушать, да? Ни хрена себе, тут целая армия прям. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас. Не подходите ко мне. Понятно? Во. Мы покушали. И теперь мы сыты. Что не может не радовать. Давай, давай. Нет, нет, нет. Ты чё? Все понятно. Все с вами понятно. Достаточно некачественное оружие. Придется без него обойтись. Так, нет. Немножко неподходящее время. А вот теперь уже другое, другое дело. Так, то есть вот этот тотем его можно поджигать. Отлично. И давайте мы еще с вами поставим огонек. Раз уж возможность такая есть. И нам нужны камни. Отлично. Давайте сразу несколько понаберем камней. Чтобы на прозапас были, так сказать, еще. Нет, шарик нам не нужен, абсолютно. Но зато у каннибалов есть свои дела. Они тоже занятые люди. Так что, ничего, ничего. О, сколько палок, и опять дождь. Твою налево, сейчас все потухнет. Да. Да. О. То есть, как бы эти твари не любят темноту особенно. Вот не любят они ее. Угу. Отлично. Вот что-то типа того. Давайте мы со всех сторон осветим нашу территорию. Пойдем опять за камнями и за палочками. Так, нам нужно две палки и три камня. Окей. Все. Все, мы с вами все собрали, что нужно. Что не может не радовать. Угу, отлично. Не откажемся. И вот здесь вот поставим тоже. Понятно. Немножечко не хватает нам. Так, костер, гори. Ой, сколько тут каннибалов-то, слушайте. Они тут, правда, любят разгуливать.
туда-сюда. Но нас это не устраивает, правильно ведь? Каннибалы ведь плохие, нехорошие. Давай, набирай побольше веточек, товарищ. Ну все, мы, в принципе, все набрали, что нам нужно было и что интересно. Отлично. Все. И теперь у нас получается лагерь полностью освещен со всех сторон. Вот, как бы неплохо, да, вот мы обустроились. То есть минимум, который нам нужен, есть. И давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, вам она понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.